Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор карнавальных костюмов. Первый костюм, который я хочу вам показать, это костюм снеговика. Вот такой вот замечательный, симпатичный костюмчик снеговика. Выполнен он из искусственного меха. Украшен снежинками. Пуговки изготовлены из пальтовой ткани. Также украшены рукавчики. Далее у нас идут два набора головных уборов. Это вот такая вот симпатичная шапочка, шапочка Олафа. Сюда добавляется вот такой вот носик морковочка, и у нас получается симпатичная шапочка Олафа. В наборе идет вот такая симпатичная шляпа. Изготовлена она из пальтовой ткани. И украшена вот такими симпатичными бусами. Второй костюм – это костюм Карлсона. Из вот такой вот байковой рубашечки тепленькой. Рубашечку можно использовать абсолютно любую. Любого цвета, оттенка, тонкости. Дальше у нас идут брючки из костюмной ткани. Вот такая вот плотная костюмная ткань. Такой вот интересный костюм снеговичка. Сзади у нас пропеллер. Ну и, конечно же, паричок. Следующий карнавальный костюм, который я хочу вам показать, это костюм робота-рыцаря. Вот такой вот интересный костюмчик. Сшит из пальтовой ткани, фетра и, как видите, вот эти вот такие вот серебристые части из пластиковых бутылок, как неудивительно. Сюда к этому костюму добавляете меч, щит и шлем, и у вас получается прекрасный рыцарь к любому утреннику. Также хочу показать самый первый костюм, который я сделала для утренника ребенку. Это миньон. Самый обычный гольфик и джинсовые штанишки. Находите у себя дома. А вот с шапочкой придется поработать. Глазки миньона я сделала из сварочных очков. Вот таких вот для варки железа. Тут даже видны вот эти вот темные стекла, их никто не вынимал. Для начала обклеила по краям вот такие вот полубусины и выкрасила очки в серебристый вот такой вот цвет. Также вставила вот такую широкую резинку для удобства, и внутрь вклеивались вот такие вот картонные глазки. У меня получились вот такие симпатичные глаза миньона. Также я сделала шапочку из фетра, на которую прикрепила вот такие вот симпатичные проволочки. И у меня получился вот такой вот симпатичный миньончик.
Если у вас остались вопросы, с удовольствием отвечу в комментариях. Всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. До новых встреч. Пока-пока.